Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну, я, конечно, очень-очень люблю спортивные костюмы, знают это все, мои покупатели в рубрике «Дом», обожаю работать в спортивных вещах, но сегодня, мои дорогие, спортивный костюм вышел из только спортивного гардероба, да, это прекрасная вещь casual на каждый день, это прекрасная вещь для поездки, это всегда безупречный гардероб любой женщины, которая ведет активную жизнь, и куда-то едет, спешит все время, или детишки, это прогулки, ну, в общем-то, вещь незаменимая. Я считаю, в гардеробе. Слушай, я тебе хочу сделать комплимент. Ты невероятно хороша, такая домашняя, уютная, Юля. Ты знаешь, я увидела сегодня тебя, опять же, мамочку провожаю в санаторий в сентябре, в начале сентября. Думаю, ну обязательно ей нужно вот такой красивый костюм купить, чтобы она чувствовала себя раскованно, красивой, прогулки совершала. Слушай, я тоже сейчас вспомнила про свою маму. У меня мама без спортивного костюма жизни себе не представляет. Мама такая у меня дачница. Она говорит, ух, мне надо гипнотизировать шкаф, что надеть. Сразу две вещи в одной, да, комплект — это всегда выигрышное решение. Итак, дорогие, у нас сейчас представлена цена 1999 рублей со скидкой в 1000 рублей. Но я сразу хочу сказать, что у нас с вами две вещи, то есть это костюм Клементина, две вещи в одном по единой цене. Здорово, а у нас еще и прекрасные цвета, и причем мне очень нравится здесь такая моногамма, да, под кокетку у нас цвет ткани компаньона, бирюза. Вот сейчас Леночка выбрала для себя такой женственный морской стиль, очень красивый цвет. Красивый. Да, если вы хотите освежить лицо, хотите, чтобы цвет кожи стал посвежее, такими с розовыми щечками, выбирайте вот такой коралловый оттенок. Клемена называется наш костюм, малиновый при заказе вот этот цвет, и ментоловый выбрала я для себя. Знаете, люблю освежающие оттенки, обожаю. Слушай, очень красиво. Прекрасно. Вот мне очень нравится, что вещь не просто спортивная. Вот действительно, действительно, какую обувь ни надень, и балетки, и спорт, и побежал по делам, всегда нужная вещь. Слушай, Юлечка, а мне больше всего нравится, что сегодня все наши красавицы и худышки, и с пышными красивыми формами могут позволить себе, потому что размерный ряд от 48 до, внимания, 70-го размера. Слушай, я еще раз это повторю, до 70-го, и это редкость для такой вещи. Действительно, обычно они ограничены в размерах, сегодня вы не ограничиваете себя. От 48 до 70-го мы видим на нашей очаровательной Марине, которая носит 54-й размер, идеальнейшую посадку, потому что у нас с вами здесь хлопок трикотажный, и толстовочка садится прекрасно, и брючки, это просто комфортно каждый день. Так, ну тогда расскажи, все-таки у нас получается две вещи, как нам правильно подобрать размер, чтобы село идеально, все-таки покупка у нас дистанционная, Юль. Смотрите, у нас от 48 до 70 курточка или толстовка у нас свободного кроя, поэтому, Лена, мы берем размер в размер. Вот я ношу 48, я примерила, и идеально получилось мне вот влиться в костюм по своему размеру. Слушай, это отлично. А, допустим, брючки, если нестандартная фигурка, знаешь, бывает, что, допустим, и фигурка, и яблочко, и груша, знаешь, перерезает животик, а едут на дачу, к примеру. Понимаю. И электричка, и автобус, чтобы, знаешь, не больно было, просто конечно, вот даже здесь комфортно. Дизайнеры предусмотрели, смотри, вместо пояса нет никаких мучающих нас шнурков. Ой, у нас здесь легкая, мягкая, эластичная лента, причем я хочу обратить внимание на то, что она просто идеально вшита под оверлок, она зафиксирована и не будет в колбаске скатываться, да, то есть это ваша уверенность при наклонах, это ваша уверенность в идеальной посадке и подстройке под любой тип фигуры, яблочко у вас или талия выделяется, не имеет значения, брючки садятся хорошо, высокая посадка, мы видим сиденье, 25, почти даже 30 сантиметров, это тоже прекрасно. Ой, дорогие, вот действительно сейчас подобрали с вами размер, видим красоту, видим, что поправились, похудели, брючки, подстроились. Каждый звонок совершенно бесплатный. Ожидание на линии у нас тоже совершенно бесплатное. И, конечно же, очень хочется, чтобы вы сегодня заказали сразу же костюм. Менее 1000 рублей за вещь красивую, яркую, действительно удобную. Поэтому я вам сегодня, знаете, вот посоветую, чтобы вы рассмотрели сразу два цвета, два костюма. Везде будете носить, на даче, дома, прогулки, с собакой, с детьми. Будете чувствовать себя комфортно. И самое главное, что до 70-го
нормального размера, мы ни в коем случае не делаем никаких наценок, поэтому успевайте дозвониться. Ну а мы раскрываем секреты с Юлией Полцевой. Секрет идеальной посадки, самые нужные вещи в гардеробе. Давайте обращу вот на несколько деталей внимание, которые вам помогут выбрать для себя прекрасный костюм. Прежде всего, мне нравится, что у нас с вами сквозная молния. И, Мариночка, покажи. Смотрите, у нас с вами и стоечка, или отложной воротничок, так как выбрала для себя я. То есть, например, подул ветерочек, комарики полетели, мы с вами закрылись. Да, мы всегда защищены от ветра. Дальше. Лена спрашивала, ну как же идеально посадить спортивный костюм? На что обращать внимание? Прежде всего, мне нравится здесь, конечно же, прямой крой. Мы убираем все, что хотим скрыть, а мы, женщины, всегда найдем, что нам не надо кому-то показывать. Мы хотим идеальную фигуру. И здесь как раз играет роль еще и кулиска. То есть курточка или толстовка выполнена внизу с регулировкой. Это кулиска рабочая, то есть функциональная. Если хотим прямой крой, мы распустили ее. Если мы хотим эффект блузы с напуском, чтобы убрать животик и сбалансировать бедра, мы с вами взяли и подтянули кулисочку. Слушай, вообще как идеально, да, когда вот вещи, они подстраиваются под нашу фигуру, под наше настроение. Знаешь, я сейчас смотрю на вас, вы такие теплые, вы такие уютные, вы такие домашние, такие кокетки, Юль. Но это вот просто, знаешь, когда костюм, это просто идеальное решение, и он прям вот твой. И он и Мариночки, он наших красавиц. Я уверена, что сейчас действительно наши красавицы, они выберут вместе с тапочками, кстати, которые называются «Милый дом». Скажи, вот идеальное сочетание, идеальное, да? Сочетание, настолько удобно. Можно взять в поездку костюм. Сейчас у нас поездки, да, летнее, летнее время, осеннее время. Это санатории, профилактории, это поездки. А, конечно же, это замечательно, когда мы дома, вот уже прохладные вечера начнутся, тапочки надели вместе с спортивным костюмом, вы защищены, так тепло, уютно, комфортно. Что мне нравится? Хлопок в составе, вот 65%. Это здорово, потому что не жарко совершенно. Слушай, я с тобой абсолютно согласна. То есть получается, у нас здесь хлопок, который не растягивается, хлопок, благодаря которому тело наше дышит, да? Слушай, это спасение для нас с пышными формами особенно. Да, хлопок трикотажный всегда дает идеальную посадку. Здесь у нас с вами небольшой процент лайкры, и самое главное, состав – это хлопок, который дышит, хорошо впитывает влагу и прекрасно держит форму за счет трикотажа. Мне очень нравится. А скажи, пожалуйста, а то, что вот у нас верхняя часть выполнена такой яркой, манжеты, это дизайнерский такой стиль, да? Мне тоже очень понравился ход дизайнеров, ткани компаньона решили дизайнеры использовать, причем, обратила внимание, не перегрузили цветом. Совершенно, да, точно. Очень лаконично, поэтому подойдет и девочкам молоденьким, и дамам солидного возраста. Моей мамочке, например, 65, она превосходно носит такой костюм. Итак, дорогие, ну что я могу сказать? Действительно, костюм вне возраста у нас сегодня. Костюм Климена за 1999 рублей. Вы уже получаете абсолютно красивый, готовый костюм, который будете носить везде. В санатории, на даче, на прогулках со своими детьми и внуками. И действительно, вы его надели и проблем не знаете. Но главное, как вы выглядите. Главное, как вы себя чувствуете. Потому что благодаря 100% хлопку вы будете чувствовать себя комфортно. Вам не будет жарко, не будет перегружать ваше тело синтетика, потому что ее просто здесь нет. Сегодня наши телезрительницы, наши красавицы могут себе позволить каждая, потому что размерный ряд сегодня, внимание, до 70 размера и менее 1000 за вещь. Слушай, Юль, ну я считаю, что нужно прям со своими подружками, соседками выбирать такую красоту. Я думаю, многие сегодня так и сделают. Выбирайте костюм Климена, если вы ищете комфорта. Выбирайте комплект Климена, если вы хотите быть стильной модницей, потому что это самое модное направление в этом году. Спортивный костюм вышел просто из зоны спорта. Он самый удобный наряд для каждодневной жизни, для вашей комфортной жизни. Еще раз напомню, в Климене 65% хлопка и немного лайкры для того, чтобы держал хорошо форму. Надолго его хватит, на долгие, я думаю, лет 10-15 даже лет. Отлично.